Всем привет, друзья, это видеоблог «Две хаски». Я не мог оставить вас без полноценного видео, и поэтому после вчерашнего, можно сказать, коллапса, то, что приехали, уехали, я решил немного отменить дела, перенести их на будни и приехать сегодня на водоем. Сегодня я на прекрасном водоеме. У этого водоема много названий. Это и Ака, это и озеро Павлинское, это Цимлянский карьер, это просто Цима или Ци. Вот такое вот водоемище. Сейчас, смотрите, туда вообще просто. Находится он недалеко от Чехова. Тут, в принципе, ловля такая. Зимой я тут не ловил, сразу скажу, потому что опыта было мало. Ну и без эхолота тут делать нечего, рыбу тут надо искать. Вот, она здесь ходит, здесь есть течение, потому что впадает Ака, втекает и вытекает сразу. Наверное, каждый здесь хлебнул, кто был, горечи и поражения. Кто-то, конечно, и ловит. Рыба здесь действительно крупная. Тут хорошие окуни, хорошая плотва и есть даже судак с бершом. Водоем опасный. Каждый год на нем кто-то да и уходит. Поэтому даже в минус 20 я взял с собой спасалки, так как, может быть, буду ловить на протоке. Ну, посмотрим. Сегодня будет много лунок, много поисков. Так что погнали, ребята. Ну вот сейчас пришел прям на точку. Тут все разбурено. Прям решил посмотреть по карте в приложении, сколько здесь глубина. И здесь показано 5 метров. Слушайте, ну давайте проверим, так ли это на самом деле. Зацепил сегодня такую вот шумовочку серьезную. Сейчас буду штудировать эхолотом. Лед где-то 40 сантиметров. В принципе, нормалек. Так, погодка сегодня опять весенняя, минус 20. Так, здесь 3.40, ребят. Посмотрим, что тут с рыбой. Рыбы на дне нет, да? То есть в среднем, если мы показываем здесь 5, здесь 3.40, ну метр, грубо говоря. Плюс то, что я опустил, лед. Да, значит где-то здесь 4. Ну, окей. Так, сейчас. Надо как-то логистику быстро все это сделать, чтобы удобно сверлить, бурить. Доставать сразу их холод. Это, конечно, блин, вообще елда. Можно защищаться от браконьеров. Не самая комфортная рыбалка моя. Я люблю, когда вот так морозно, солнечно и нету ветра. Мне кажется, главное вот когда ветер. Не люблю ветер. Неважно, пусть даже дождь будет. Но главное, чтобы ветра не было. Слушай, я в космосе вообще. На Марсе. Такая гладь. Тут глубина есть 25 метров. Ну попробуем. Пупок. Так. Жарко. Жарко в минус 20. 9.69. Не дошел, что ли? Так. Должно быть 8. Сейчас проверим. Да, чуть перешел, прикиньте. Вот сюда. Сейчас проверим. Нет. Так, друзья, нашел первую лунку. Тут рыбка стоит. Сейчас мы попробуем тут половить. Уже лунок 10 сделал. И вот на дне такие какая-то приличная рыба стоит, кстати. Так, на глубине 6 метров. Непонятно, кто здесь свал. Так.
ночь там пробурился. То есть, понятно, где рыба стоит. Она может быть... То есть, я увидел в этой лунке рыбу. Думаю, надо поискать еще. Может, где-то стая. И вот, когда разбурил вот эту лунку, думаю, дай-ка еще раз тут проверю. Тут опять стоит. Думаю, ну надо сейчас попробовать половить. Время 10:09:40 там где-то. Нашел только в двух лунках рыбу. Вот, сейчас еще три сделал. Лунки. О, рыба. Есть. Попали. Давайте пробовать. Я ни разу так не ловил, конечно, вот так вот. Без прикормки. На активную снасть, без мотылку. Хоть я и мотыля взял, на всякий случай. Может, пойду там окунька подергать. Где-нибудь возле берега, в каком-нибудь месте. Рыба. Видите, мормышка, рыба пошла за ней, но что-то ей не понравилось. То есть, блин, это уже несколько раз у меня было. Мне кажется, просто опыта мне не хватает в проводке. Да, ребят, пока что-то вообще глухо. Какие-то намеки есть на рыбу, но что-то я пока не понял, как ее поймать. Я не знаю, вообще поймаю, если ничего нет. Ух ты. Вот это вкусненько. С ножком. Мужики тоже пока что-то не ловят. Будем учиться. Поедим и сделаем еще 30 лунок. Ну что, поели. Будем искать рыбу. Продолжать. Непонятная пока для меня рыбалка. Ну, честно, хотелось попробовать. Я смотрел отчеты там. Блин, ребят, вытаскивают классных на паровозы. Но опять же, я думаю, там опытные рыбаки приезжают, которые не один год сюда ездят. Ой. Короче, планирую сейчас что, вот здесь сейчас, ну, здесь я уже был, а там уже мужик пришел. Вокруг берега сейчас пройду, пробую. Может, как у него зацепится. Фух. 5, хераси. 5 метров, смотри. Жжж, свал. Так. Сейчас на мелек. На мелеке попробуем. Тут метр глубина. Ох. Будет, не будет, окунь сегодня брать. Резкий свал, метр. Тут сразу, я думаю, сейчас глубина будет. Клюет что-нибудь?
такой пупок. Здесь везде глубина, а здесь вот 3,5 метра. Попробуем. Вроде рыба показывает какой-то. Ветер сильный поднялся. Оп. Не, ничего не клюет. У вас как? Да то же самое. Я уже лунок 30, наверное, сделал. Если не больше. Так, там вот из 30, наверное, вот 4 рыба показывает и все. Хрен поймешь. Там тоже никто не ловит. Что-то так поспрашивал. Тишина сегодня какая-то. Хрень, куда вся рыба-то ушла? Куда-то делась. А окунь не клюет там? А-а. Понятно. Я и балансир ставил, ага. А и мормышки, блядь, все. Ни хрена. Первый окунь. И сразу звонок. Я уже потерял все надежды какую-то рыбу найти. На черном мотыле? Да, 2 мотылика подсадил. Такой. Блин, все запуталось. Реально, лунок 30 сделал вообще нифига. Вот в 4 я рыбу нашел. На 6 метрах. На 7. 6-7 метров в основном стояло. И вот сейчас вот на 3,5. 12 часов как клев попер, блядь. Там да, там с 11 как начинает клевать. Ну чё так, блядь, наловили, он не видал. Опа, пошла жара. Стоит. Ой, блядь. Да надо же меня это хоть чуть-чуть поймать-то, блин. Я прошел туда, сюда, я везде уже походил. Я уже вообще думал, все, последняя лунка, там, не знаю, сейчас, может, на мель хотел пойти. Думаю, ладно, дай пробурюсь. Нет, все. Стая из 2 окуней. Че, ты наловил все? По клевке не видел. Я тоже просидел и кормил, и не кормил. Вон, видишь, это самое, говорит, глубина 3,5 метра, вон пару окуней вытащил. Это за весь день первые поклевки. А, так вон. Что не обольщайтесь тут. Видишь, это... Выбрасывается ворон. Просто жесть. Я охренею. Выкину. Так, сейчас вот лед оттает. Короче, ребят, купил. Все, она уже вся разваливается. Вон это тоже отвалилось. Дешманская Г. По-другому не скажешь. Что это такое вообще? Шляпа. Надо как-то закрепить. Вот это нормально, да? Купил. Обновил вещь. Ну, а теперь... Оп. Все, чистенький. Смотрите, оп. Все, прям как новый. Здрасте. Ну как у вас? Тишина, да? Тиша. Да везде тишина. Я сегодня лунок 35, наверное, пробурил, 40. Из них ловил только, наверное,
Ну так, в некоторых. Но показал рыбу только где-то лунок. 4 лунки у меня. Все, в других лунках рыбы не было. 2 окуня вот поймал и все. Так что. Ну да, 2 окуня это мощно. Да, я. Сегодня что-то все ходят. Ну, кого спрашивал. Да никого. Угу. Вроде дом сидеть. Ну да. Погода-то какая хорошая. Тут надежда какая-то есть. Ладно, не хвоста, не чешую. Друзья, вот такая вот рыбалка. Вы уж не обессудьте, что мало рыба. Ох. Такая вот цима. Жестокая, беспощадная. Со своими плюсами. Со своими минусами. Ох, погодка, сами видите, прекрасная. Главное это... Подышал, загорел, отдохнул. Относительно отдохнул. Ну, в общем, так вот, друзья. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, оставьте свой комментарий. Предлагайте ваши идеи. Я полон силы и энергии. Мы полны силы и энергии. Все, ни хвоста вам, ни чешуи. Пока.